В 165-й школе Казани состоялась встреча исполнительного директора WorldSkills International Дэвида Хоуи с директорами учебных заведений города. Во встрече поучаствовали и директора лицея имени Лобачевского и IT-лицея Казанского федерального университета. В мероприятии принял участие заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. На встрече директорам учебных заведений представили проект «Одна школа, одна страна». К нам приезжают в августе участники со всего мира, и есть такая практика, и, по-моему, порядка 6 лет она уже проводится, что участники из стран должны приезжать в определенные школы. То есть страны распределяются между школами, у некоторых школ по несколько стран, и мы организуем для них приветственную программу, рассказываем про нашу культуру, а не про свою. Ну, в общем, интересный такой квест, наши ребята уже начинают думать. Чемпионат WorldSkills по профессиональному мастерству пройдет в Казани в августе 2019 года. Участниками чемпионата и проекта являются школьники из разных стран. В январе пройдет неделя подготовки к соревнованиям. За каждой школой будет закреплена команда определенной страны-участницы. В лицеях Казанского федерального университета таких команд будет по 3. Одна школа лицея имени Николая Ивановича Лобачевского и 3 страны – Чили, Эквадор, Тунис. Мы готовимся к этому событию, и сегодня уже в лицее мы начали работу по изучению культуры, истории и современности этих стран. IT-лицей примет представителей Аргентины, Ямайки и Пакистана. Артем Тупичкин, Олег Апачаев, Универньюз.